Привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Кухня на троих». Сегодня приготовим сочные, мягкие и диетические котлетки, которые также подойдут маленьким детям. Возьмет 400 или 500 грамм творога, у нас 5% жирности. Добавим в него 2 яйца и хорошо перебьем блендером. Можно просто перемешать. В 1 кг куриного фарша высыпаем творог с яйцами и перемешиваем. Соль добавляем по вкусу. Кладем 1 чайную ложку куркумы, 1 столовую ложку кориандра, 1 чайную ложку сухого чеснока, черный перец по вкусу. В разогретую сковороду налить 10 мл растительного масла. Формируем котлетки и выкладываем в сковороду. Немного обжариваем с обеих сторон. Друзья, если вам нравится наш канал, не забывайте поставить лайк и подписаться, будем очень благодарны. Наливаем немного воды, накрываем крышкой и протушиваем минут 5-10. Котлеты получаются сочными, мягкими и вкусными, а главное, диетическими. Приятного аппетита! Благодарим за просмотр!